Карагандинский мини-футбольный клуб «Тулпар» в седьмой раз в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата страны. Накануне команда Амиржана Муканова разгромила тараски «СКА Юг» со счетом 8-3. Подробности у Куата Шаншарбаева. В этой игре карагандинцам для завоевания серебряных медалей нужна была победа. И несмотря на результаты других встреч, «Тулпар» в случае выигрыша досрочно закрепил за собой вторую строчку чемпионата страны. Вторая половина сезона прошла более успешно для «Тулпара». Если сегодня в ответной игре карагандинцы обыграют тарасцев, то станут лучшей командой второго тура. Напомню, по итогам первого тура подопечные Амиржана Муканова занимали четвертую строчку чемпионата. Первый тайм выдался для наших непростым. В упорной игре карагандинцы вели с минимальным счетом 3-2. Однако во втором отрезке игры тулпарцы сумели забить ворота гостей 5 голов. «СКА Юг» ответил лишь одним. Хорошо подготовился, видно, они хорошо изучили нас. И у наших игроков, наверное, вот это волнение, оно только прошло после перерыва. Поэтому такой первый тайм равный, с одинаковыми шансами. Но после перерыва уже все стало на свои места. Голы на свой счет записали Довгань, Грибонос, Шорин, Сидней, Тако, Першин и Кистаубаев. В данный момент идет ответная игра. Подробности завтра в выпуске новостей. Куат Шаншарбаев, Арган Умыр, Артем Ковалев, 5-й канал.